22 августа Россия отметила День воздушно-десантных войск. 85 лет назад было десантировано первое подразделение. Группа состояла из 12 человек. С этого момента и начался отсчет славной истории ВДВ. Ветераны боевых действий, руководители общественных организаций выступили с поздравительными речами у стелы воинам-интернационалистам. Затем десантники возложили цветы. День ВДВ – это в первую очередь праздник гвардии. А гвардия – это мы, десантники в голубых шапках, так я скажу. Людей, которые прыгали с парашютом и в любое время готовы защитить свою родину. Я каждый год выхожу на этот праздник. Мы служили в Афганистане. Для нас это вообще такой праздник. Лучше, чем Новый год, там день рождения и так далее. Днем на стадионе «Садовик» прошли спортивные игры, а вечером состоялся праздничный концерт при участии лучших городских коллективов и самих десантников.